Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог. Ну что вы думаете? Я вчера приехала от дочки домой. Никаких сил не было ничего снимать, ничего делать. Я легла, думаю, буду лежать целый день, просто отдыхать морально. Мозги надо поставить на место, а то они у меня куда-то вот расшатались. Вот, лежала, отдыхала. Потом уже днем дочка звонит и говорит: завтра приедут дверь устанавливать. А мы с ней перед тем, как я уезжала, мы с ней договорились, что как только вот сообщат, когда будет установка двери, чтобы она мне сказала, мне нужно будет поехать к ней, для того, чтобы с кошкой и с внуком посидеть где-то в какой-то комнате, в спальне, наверное, для того, чтобы кошка не выскакивала за дверь. У нас кошка, я не знаю почему, как только открываешь дверь, она сразу шмык в подъезд. Вот прямо хочется ей выскочить, ей любопытно, что там. Один раз даже вот я мусор выставляла, как она прошмыгнула, я не заметила. И потом где-то, не знаю, минут 10, что-то ее не видно, не видно. Не знаю, мяукала она или мяукала, мы не слышали, но она, наверное, даже не мяукала, под дверью сидела. Искали, искали, потом дверь открыли, она сидит под дверью. В общем, так и убежать может. В конце концов, я дочке сказала: ну, ты не можешь запереться с ними в спальне, так как нужно следить за работником, который устанавливает дверь. Так как он дверь старую снимет, у нас проем будет открытый, и будем за кошкой туда-сюда бегать. В общем, я проявила инициативу и сказала, что я приеду и посижу в спальне, пока дверь это установит. Ну, я, насколько помнится, в принципе, двери как бы не так-то долго делают. Единственное, что там, может быть, где-то немножко проем надо будет пробивать или что. Ну, ладно, не суть, важно. В общем, короче, мы с ней договорились, что я сегодня приеду. В итоге я вчера вечером встала, думаю, так, надо себя в порядок срочно привести. Чистку лица, масочку, волосы покрасить. В общем, в конце концов, я даже не стала вчера ничего этого снимать, потому что, девочки, если бы я это снимала, это все было бы в два раза дольше, а я делала все это из последних сил. Но в конце концов сделала, искупалась, все сделала. В общем, легла спать, уже такая удовлетворенная, что я, по крайней мере, сделала уход за собой. Вот, а сегодня с утра я уже сняла Василек, встала пораньше. Сейчас там пока этот фильм обрабатывается, в общем-то, я съезжу к дочке и побуду там, пока дверь не установят, но потом я сказала, сразу вернусь домой, не буду там задерживаться. Почитала ваши комментарии, кто-то пишет, что у вас там вот это вот вы мешками таскаете одежду, зачем вам столько одежды, а ходите в одном и том же. Ну, если кто не знает, хочу сказать, что, во-первых, есть любимые вещи. Вот одел вещь, комфортность, все нравится, все побежало. Я могу в какой-то вещи ходить все время. Вот сейчас я не стала заморачиваться, чтобы рыться, выбирать, какую там себе блузку одеть. Ну, бриджи мне эти нравятся, там такие вот карманы на бедрах у меня прямо громады, они мне очень удобны. Вот, не стала выбирать никакую другую блузку, вот это вот нормально, все мне нравится, симпатичненько, туда-сюда сгонять, перед кем мне наряжаться. Я на такси туда и обратно приеду. Такси оплачивает дочка, так что не думайте, что я сейчас вот с машины, ей машину отдала, пересела на такси и буду со своего кармана платить. Нет, тушки, не буду, она сказала, будет платить за такси. Девочки, что касается эпопеи с ОСАГО, я вчера порылась в своих бумагах, нашла все свои страховки за последние 5 лет, ну, кроме последней, которую мы сдали, да. Диагностические карты нашла все, кроме последней, вот когда я делала в июне. Ту диагностическую карту не нашли и в базе, и не нашли, и у меня ее нету. Но я за нее заплатила, у меня есть доказательства. Поэтому я найду время и схожу туда, где это я делала. Ну, нет, как бы надежды особо такой нету, что прям мне вернут деньги, да. Ну, хоть в глаза человеку посмотреть, а может и вернет. По крайней мере, я расскажу, что за ситуация. И еще я вам хочу сказать, оказывается, ошибка, которую допустила вот эта вот моя агент, которая вот здесь рядом с домом, которая последние 2 года я делала ОСАГО. Она допустила эту ошибку еще в прошлом ОСАГО. Оказывается, я прошлый год весь ездила со страховкой, которая на самом деле недействительная. И она, кстати говоря, даже, я что-то не помню, не зарегистрирована даже или что. В общем, короче говоря, и в итоге то, что у нее в базе было вбито уже,
Она просто это все скопировала, перенесла на другое страхование. У меня был Ингосстрах в прошлом году, а в этом году Альфа-страхование. Она это все перенесла сюда с этой же ошибкой, буква В, восьмерка, вот перепутана. Вот, ну, пойду поговорю с ней, просто пообщаюсь, я ругаться не буду, ругаться, что нервы себе тратить. Просто скажу, что вот так вот есть, и посмотрю, что она мне на это ответит. Ну, я вам, естественно, об этом всем расскажу. Единственное, что мне хотелось бы, вернуть свой КБМ, потому что у меня 0,75 было уже в этом году. А последнюю страховку, которую нам сделали уже вместе с дочкой, выпадает 0,95. И почему, я не пойму. И куда это идти, честно говоря, не знаю, где это выяснять. Но вот надо будет мне найти время и попытаться свое КБМ вернуть. Мне бы не хотелось, чтобы у меня было плохое КБМ, но 0,95, если я уже достигла, скажем, уровня 0,75. Там чем ниже, тем лучше. То есть коэффициент, вот идет базовая стоимость, допустим, да, и если коэффициент 1,0, то есть вот эта базовая стоимость идет. Если идет, допустим, 0,9, то это умножается на 0,9, она, естественно, уменьшается. И вот у меня уже 0,75, то есть у меня должна была быть уже меньше страховка, а она у меня раз 0,95. Это не годится, мне это не нравится. Но я попробую это как-то изменить, если это удастся. Единственное, что, конечно, надо будет узнать, куда обращаться. Если кто-то знает, подскажите, пожалуйста, куда обращаться, чтобы мне КБМ оставили, ну, поставили тот, который он у меня должен быть. И, в общем, это куда, куда надо обращаться, где это находится вообще. И по логике это вроде РСА вообще, но есть, нет у нас в городе, понятия не имею. В общем, если кто знает, подскажите мне. Вот, ну и пока я не буду больше про эту тему говорить, она мне, честно говоря, уже просто надоела, оскомину набила, уже это вот ОСАГО, не хочу о нем вообще сейчас пока думать. Вот когда время придет, тогда об этом буду думать и говорить. Да, вернемся к нашим мешкам с вещами. Вот, ну вот человек пишет, зачем вам столько вещей мешками таскаете. Но если человек этот не знает, хочу сказать, что у нас сотрудничество с Васильком. Василек нам дает вещи, то есть мы на определенную сумму выбираем себе вещи за рекламу. Это бартерная сделка, скажем так. Мы им рекламу, они нам вещи, вот и все. Так что не переживайте. И поэтому я думаю, что можно подарки делать, заказывать что-то для себя, что-то для своих близких, родных, ничего страшного. Вот я сейчас сняла вам Василек, вот такой вот мешок огромный, а в нем большинство идет в семью, сыну, невестке, внучке, там вот это все в основном им. Только три вещички, это которые для меня. Вот, так что не переживайте, вещи лишними не бывают. Все в хозяйстве пригодится. Девочки, хочу показать вам свой заказик. Фаберлик, который вот я заказала недавно. Средство для мытья посуды и детских принадлежностей. Вот это средство очень хорошее, я им пользуюсь постоянно. И пользуюсь не только я, и дочка, она все время берет вот это средство. Ну, по крайней мере, мне кажется, что оно самое безопасное вот для здоровья, раз это для малышей, значит, и для меня оно пойдет, да. Вот это вот мыло для кухни, которое устраняет запахи. Мне очень нравится, я беру такое мыло постоянно и, ну, разные запахи выбираю. Ну, на данный момент аромат яблока, хороший такой аромат. Мыло очень хорошо действительно устраняет запахи. И если вот я рыбу, селедку там чищу или что, все, ножи там, доску, ну, все что угодно, руки вот сразу помыла вот этим мылом, и запахов уже нету. Вот для этих целей я и беру это мыло. Ну, а это просто руки помыть, это хорошее крем-мыло для рук, питательное, увлажняет руки, ну, в общем, бережное отношение к рукам. Дальше, девочки, я пользуюсь средствами Ботаника, вот для волос мне очень нравится, потому что здесь есть разные натуральные ингредиенты. Ну, вот здесь на данный момент шиповник, мед я нарисован, прополис и шиповник, вот написано «Восстановление, уход, шампунь для сухих, ломких, секущихся волос», но оно бывает, оно разных, и для разных типов волос. Вот такое шишечка, ромашка, кедровое масло, это идет для нормальных, лишенных блеска, тусклых волос. Ну, то есть какое-то там сочетание, но в принципе можно брать любой, и любой подходит.
Ну, я взяла шампунь такой, потому что у меня такой бальзам остался, а бальзам взяла такой, потому что у меня такой шампунь еще остался. Ну, в общем, я их чередую там, применяю по-разному. Кто еще не знает, но постоянно спрашивают, какой краской для волос я пользуюсь. У меня 10-0 ботаника идет, липовый мед. Вот этой красочкой я крашу корни, ну, уже очень давно, довольно давно, наверное, год это точно, больше года. И в краску я всегда добавляю какой-нибудь ампульный концентрат. Они бывают разные для возрастных волос, там питание, уход, восстановление, ну и всякие-всякие разные. Я их беру разные и разные добавляю в краску. Я их просто чередую, девочки. Вот так вот, вот выглядит ампулка. Вот одну ампулку в красочку добавила и все. Вот, я краски беру сразу там две, ну, беру с запасом. Ну, вот я взяла две, одну я уже покрасила сегодня корни. И я вам показала, но покажу еще точно. И ампульный концентрат я уже добавила в волосы, в краску вернее. Дальше беру ежедневки, вот такие с чипом, мне они нравятся. Они такие хорошие, в общем, там каждая ежедневочка запакована отдельно, очень удобно. Ну и взяла вот такую масочку с гиалуроновой кислотой, триактивная маска-патч для лица и гелевая маска-патч для кожи вокруг глаз с гиалуроновой кислотой и коллагеном. Вот, я от дочки приехала, сейчас буду делать уход, 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 пока прям не станет у меня идеальная внешность. Девочки, а кто хочет посмотреть мои корни, вот сегодня утром я покрасила корни. Вот все абсолютно прокрашивается, седина прокрашивается, все. Все отлично. Мне все нравится, поэтому я пользуюсь вот этой красочкой. Так, ну все, девочки, я, короче говоря, сейчас одеваюсь и выдвигаюсь. Сейчас я пока снимаю на камеру, дальше буду снимать на телефон. И я не знаю, там мне удастся снять это, дверь не удастся. В принципе, дочка в любом случае снимет, она будет контролировать этот процесс. Вы увидите это на ее канале. Ну, а чем я буду заниматься в отдельной комнате с внуком и с кошкой, я не знаю. Там, конечно, будет дурдом, но слава богу, что это будет недолго. Ну, все, я поехала туда. Ну что, мои хорошие, я у дочки. Покушали, сейчас завалились на кровать. Работники пришли, уже дверь устанавливают. А я вот тут с кошкой, потому что кошка за дверь выскакивает. И Дэня тоже вон там лежит, смотрит мультики. В общем, лежим, балдеем. Скажи всем привет. Всем привет. По машиночке. По машиночке. Поцелуйчик. Всем привет! Всем привет! Воздушный поцелуйчик такой. Милочка тут. Всем доброе утро, мои хорошие! Я вчера моталась туда-сюда, я не знаю, что я там наснимала. В общем, если там какой-то у меня сумбур, я еще пока не понимаю. Голова вот такая еще пока сумбурная. В общем, если там сумбур, я извиняюсь сразу. Вот, девочки, ну, просто коротко, я уже не помню, что я вчера вам говорила. Я вчера поехала к дочке, там устанавливали входную дверь. Вот, ну, поехала, потому что кошка все время выскакивает за дверь. Вот ей почему-то хочется, как только дверь открывается, все время туда выскочить. Поэтому я проявила инициативу и сказала, давай я приеду, лучше я с кошкой и с ребенком побуду в спальне. Мультики полежим, посмотрим, а ты спокойно проконтролируешь установку двери, чтобы никто никого не дергал. Дверь установили, все нормально, все хорошо, но она этот процесс снимала, и это вы увидите уже на ее канале. Я не стала уже дверь снимать, пусть это уже посмотрите полностью, все целиком у нее на канале. Ну и все, я приехала домой, и, в общем-то, готовить вчера у меня не было уже никаких сил. Я заскочила, купила шашлычка готового. У меня есть картошка вареная, у меня овощи есть. В общем, я вчера не готовила ничего, поэтому ничего не снимала. Вот, с утра у меня только было немного времени, и я, в общем-то, по-быстрому сняла вам Василек. Кстати, кто-то спрашивает в комментариях, куда вам столько вещей, куда вам столько вещей. Но если нам дают на бартер эти вещи, да, то есть мы им рекламу, они нам вещи, я в выигрыше, у меня вещи, у меня просмотр, допустим. Почему бы нет? Кто бы отказался? Кто из вас отказался бы от такого, такой халявы? Дают, бери, как говорится, да, у нас.
поговорочка такая. Вот, так что, девочки, берем. Если какие-то вещи не подходят, если какие-то вещи не нравятся, мы их просто раздаем, отдаем родственникам, знакомым. Так что не переживайте, лишние вещи тут не задерживаются. Если я уже понимаю, что эту вещь как бы носить я не буду, да, может быть, она мне там чем-то не нравится, не подходит цвет или что-то еще не подходит, может, фасон немножко не мой. Потому что на картинке, когда выбираешь, смотришь, это одно. А когда уже на себя одеваешь, ну, что-то вот прям прилегло, вот как этот сарафанчик. Вот он прям, мне кайфово в нем ходить. И я вот в нем часто очень снимаюсь. Есть другие вещи, но мы все равно выбираем то, что лучше всего, правильно? Вот из всего там есть хорошее, вот это вот лучше всего, комфортнее всего. Вот я вот в этом сарафанчике по дому хожу. В чем хожу, в том и снимаюсь. Для влога я особо не наряжаюсь. Так. Вот, а сейчас мне еще сегодня нужно будет предстоить еще одну посылочку распаковать для вас, Грандсток, и снять. Но там уже одежду я заказывала для себя, там все для меня, и там много всяких разных образов. Заходите, смотрите. Мне самой уже интересно распаковать. Там занавесочки еще я заказывала, новые занавески. Вот мне прямо любопытство уже распирает, подойдут они мне, не подойдут. Так что в следующем видео будет уже посылочка Грандсток, заходите, смотрите. А что касается водолазки, которую розовая водолазка, но я ее выбрала из-за того, что мне нравится вот этот вот вырез. Я люблю такие футболки вот с длинным рукавом, но вот с таким вот вырезом. Материал мне понравился, расцветка понравилась. Ну а то, что там вот этот манжет, ну естественно я его отпарю. Я не буду с этим манжетом ходить, но я вам его продемонстрировала. Так, как это пришло, как оно там есть. А без манжета не было такой футболочки. Ну, что делать? Заказала с манжетом. Халатик мне понравился, сарафанчик мне, расцветка понравилась, фасон, все. Но я просто единственное, что когда заказывала, я не глянула, что это вискоза. Я думала, это трикотаж. Ну, вот сарафанчик, возможно, я отдам, потому что... Ну, трикотажный бы я оставила себе, а вискоза – это немножечко не моя ткань. Ну, для дома я не люблю ходить в вискозе, знаете, вот если куда-то выйти, то можно. Но сарафан этот на выход я бы не стала одевать. Я его, в принципе, с намерением для дома ходить заказывала вот с такими вот тоненькими бретелечками. Поэтому я думаю, что кто-то из моих родственников будет рад приобрести такой сарафанчик. Ну, в общем-то, ладно. Не об этом разговор. Девочки, сегодня я готовить ничего не буду. У меня еще еда есть готовая. У меня сегодня планы такие. Я сегодня буду снимать целый день, монтировать видео. В общем, потому что я пока была у дочки, у меня уже накопились вот такие вот дела по съемкам. Поэтому я хочу быстрее их подогнать, пока меня опять куда-нибудь не выдернули из дома, не позвали. И то, что у меня уже на очереди стоит, мне нужно уже это снять, эти видео выпустить. А тогда, когда уже я надумаю что-то приготовить такое интересное, я тогда включу камеру и сниму для вас обязательно готовку. Ну и не только готовку, еще если что-то интересное будет, конечно же, для вас сниму. Кстати, я вчера также вот все наспех снимала. Сняла Фаберлик, да, и краску для волос. Я вам показала, я не знаю, хорошо вы там разглядели, корни прокрашиваются прекрасно, видите, да? То есть вообще седина закрашивается, мои волосы там темные еще, наполовину седые, наполовину мои еще там есть. Ну, в общем, очень хорошо закрашиваются корни. Ну, вы видите, я этой краской пользуюсь уже давно, и, в общем-то, я ей довольна, мне нравится. Если кому интересно, берите такую красочку. Ботаника очень хорошая краска. Ссылочку на Фаберлик я оставлю внизу. А что касается ОСАГО, кто-то пишет мне, идите в прокуратуру, мошенники, там все такое. Не знаю, мошенники, не мошенники, но люди работают уже не один год, агенты на этом месте. В общем, другие люди обращались, не жаловались. Ну, во всяком случае, я вам хочу сказать, нервы трепать себе. Вот у меня нету лишних нервов, лишнего времени, чтобы вот это вот ходить, что-то кому-то доказывать. А в итоге что? Я просто потрачу свое время, нервы и все, там какие-то копейки, может быть, мне вернут, но, в общем-то, нет. Я единственное, что я хочу, это просто мне очень хочется все-таки сходить к этой женщине, которая наделала ошибок в моем ОСАГО, с глазу на глаз посмотреть в глаза и посмотреть.
Вот. Может быть, за диагностическую карту она мне вернет 700 рублей. Ну, не вернет, значит, не вернет. Но мне хотелось бы просто поговорить с человеком и посмотреть на нее. Я в итоге вам потом, конечно же, скажу, чем это все закончится. Вот. Ну, я не хочу уже даже вообще про ОСАГО вспоминать. Нам сделали, дочка ездит, ее вписали, все хорошо. Вот. Сейчас уже у меня на планах это мои дела поделать. У меня на планах, грандиозно, я хочу отдохнуть. Я очень хочу отдохнуть. Мне хочется вообще тупо, честно говоря, сутки хотя бы. Вот вообще не думать ни об ОСАГО, ни о съемках, ни о чем. Просто полежать, какие-то сериалы посмотреть, вот выключить мозги. Потому что у меня в мозгах до сих пор еще какой-то каламбур. И я вот говорю что-то там, заикаюсь, заговариваюсь. Я не могу мозги в кучу собрать, что-то сосредоточиться, о чем-то подумать. Успокоить надо мозг. А потом продолжать уже свои дела спокойно делать. Поэтому к теме ОСАГО мы еще вернемся, но это будет отдельная тема. И если там будет что-то интересное, может быть даже отдельное видео. А может быть просто во влоге я вам скажу, посмотрим. Ничего загадывать сейчас не могу и не буду. Кто-то спрашивает, вы поправились? Да, девочки, я немножечко набрала веса. Потому что увлеклась пирожными, сейчас мороженое. Но, честно говоря, я иной раз думаю, взять, не взять. А потом, вот, когда вот это все на нервах, вот это все бегом скорее туда-сюда, да я так махну рукой, думаю, да ладно, уже съем, если хочется. Ну, как-то вот не до похудения вот сейчас, честно. Но я всегда слежу за своим весом, чтобы у меня не зашкаливал вес. То есть, если я как бы, у меня колеблется там плюс-минус 2 килограмма, ну ничего страшного там. Я периодически худею, периодически поправляюсь. У меня вся жизнь вот такая. То я махну рукой и начинаю чуть-чуть набирать вес и кушать там все, что нравится. То потом берусь за ум и начинаю сбрасывать вес и кушать какую-то диетическую еду. Вся жизнь вот так проходит. То худеем, то поправляемся. Самое главное, просто вовремя остановиться, чтобы этот вес сильно не зашкаливало, чтобы потом не было сложно его сбрасывать. Вот, так что я за этим слежу, не переживайте. Ну все, мои хорошие, так как у меня в этом влоге вот в ближайшее время ничего не предвидится нового, вот только съемки, сейчас начну готовиться и снимать. Сегодня у меня съемки и монтировать буду целый день, ничего нового не будет в этом влоге. Поэтому я хочу вот этот такой коротенький влог сейчас завершить. И уже когда у меня будет время, когда я отдохну, все свои дела поделаю, в общем... Тут уборочку еще надо прибраться в квартире, пропылесосить, полики помыть, дела такие поделать. Вот, тогда я уже вернусь к вам и начну снимать новый влог. Ну, а на этом пока все. Заходите в следующее видео, где я сниму Грандсток. Очень много там интересных, хороших вещей будет. Посмотрите, куча образов, куча. Ну, а на этом я свое видео заканчиваю. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. До новых встреч, пока-пока!